Всем привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам расскажу, почему же не стоит ставить бета-версии на ваши iOS устройства. Ну, пожалуй, начнем с того, что не нужно ставить из-за того, что совершенно сырая система iOS, то есть куча багов, куча глюков по просмотру видео, там шаринга системы, либо же в каких-то мессенджерах и тому подобное. Это все будет неудобно, некомфортно, и зачем оно вам нужно? Лучше посмотрите на бета-тестеров, а сами уже потом сделайте выводы, нужно оно вам или нет. Следующее, это касается автономности. В основном все выходят сырые бетки, в том числе и с автономностью касается проблема. Проблема в том, что он будет очень быстро разряжаться, так как система еще не стабилизирована для полноценной работы. Это будет дискомфорт еще тот. Ну и самая последняя причина, это очень страшная для всех нас, сама система может просто слететь. Зависнет на яблоке, там либо на шнурке iTunes, либо же уйдет вечная перезагрузка. Опять будете переживать, что все, телефон уже кирпич, ничего не сможете сделать. Вот. Поэтому вот достаточно топ-3 такие причины для вас подобрал, чтобы вы понимали, что, с чем вы можете столкнуться, зачем оно вам нужно. Смотрите лучше, делайте для себя какие-то выводы, там пользоваться, там нету никаких супер фишек, чтобы так можно было рисковать. Но хотите, можете рисковать. Ваше дело, мое дело вас предупредить, а вы уже делаете выводы сами. Вот как-то так. Но никогда не забывайте делать резервную копию на iTunes, либо же на самом устройстве, что вдруг, если действительно система слетит и без восстановления, чтобы, я имею в виду, у вас было восстановление, а без потери данных. Вот, то есть оно вам не нужно, всегда делайте резервную копию. Даже когда вы просто обновляетесь на новый iOS, на релизную, неважно, это всегда ваша страховка, и можете не переживать, что ваши данные будут потеряны. Вот как-то так. Подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропускать мои новые видео. Рассказывайте о моем канале вашим друзьям, знакомым. Оценивайте это видео вашим мнением, там лайками либо дизлайками. Также подписывайтесь на мои соцсети. Все ссылки будут закреплены в комментарии под видео. Всем пока. Better know my name, I was born to bomb. Won't fucking stop till I got a dog.